В НИУ БелГУ прошла научно-практическая конференция «Законотворческие ресурсы формирования российской государственности. Опыт Белгородской областной думы». Мероприятие посвящено 25-летию Белгородской областной думы. Его участниками стали представители законодательного органа региона, НИУ БелГУ, Федерального собрания Российской Федерации, Российской академии наук, представители вузов Белгородской области, духовенство, преподаватели и студенты. Организатором научно-практической конференции стал Белгородский госуниверситет и Белгородская областная дума. Это важное событие для всей нашей области, ведь именно четверть века назад именно белгородцы избрали новый законодательный и представители орган власти. Вот мы за эти годы вот с вами приняли 1622 закона и проанализировал все эти законы. Мы считаем, что это жизненно важные и необходимые законы. В ходе форума были заслушаны и обсуждены доклады «Законотворческие ресурсы формирования современной российской государственности. Основные тенденции и проблемы. Парламентаризм Белгородской области. Опыт и перспективы. Формирование законодательства Белгородской области. Прошлое, настоящее, будущее» и другие. Мы видим, что в тесном взаимодействии с нашим обществом те законы, которые были приняты, позволили нашей области достичь тех показателей, тех результатов, которые мы сегодня можем по праву гордиться и ими радоваться. Мы гордимся тем, что наши выпускники проходят практику, участвуют в мероприятиях областной думы, а выпускники находят свои рабочие места практически во всех законодательных и представительных органах региона. Кроме того, состоялась работа секций «Белгородская областная дума. Содержательные приоритеты деятельности». «Белгородская областная дума. Диалог с гражданским обществом».